Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo. Перед нами Motorola Moto E20, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном девайсе поменять соотношение сторон в камере. Для этого мы открываем камеру. В камере в правом верхнем углу нажимаем на шестеренку, размер фото. И здесь у нас есть разные варианты соотношения сторон. Это 1 к 1 или же квадратные фотографии 3 к 4 и 9 к 16. Вы выбираете, что вам нравится больше всего. Мы же на данном моменте будем заканчивать. Больше видеороликов о данном девайсе вы сможете найти у нас на канале, так что обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. Пока!